эффект татуажа. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет бьюти-видео. Мы будем открывать бьюти-коробочку. Да-да, мне пришла очередная коробочка красоты. Я ее только распаковала. Хотела взглянуть одним глазочком туда. Но она была так красиво запечатана, что я не стала. А здесь вот даже и не видно тут. Так что вместе мы сейчас будем открывать. Это коробочка от New Beauty Box. Они уже не первый раз присылают мне свои красоты. И мы сейчас вместе будем смотреть, что же там. Не за то. Там. Я так люблю упаковки красивые. Я уже говорила вам 1000 раз, да? Я это очень ценю. Это просто впечатление от всего подарка. Ой, гляньте, тут это блогер. Лимитированная коробочка Настя Кранбери. Вот, смотрите, блог. Привет, моя модница и красавица. Сейчас ты попробуешь мои любимые бьюти-средства. Я ими очень довольна и желаю, чтобы ты вдохновилась и приумножила свою красоту. С любовью, Настя. Я, кстати, смотрела у нее как-то обзорчик, это, кожи загорелой, как кожа загорелой. Она рекламировала там одно средство и сказала, что она написала рекламодателям, и ей прислали. И я сделала то же самое. Но, честно говоря, я не очень прям довольна осталась этим средством. Так, у нас тут очень много прикольных штук. Кстати, вот я тоже когда-нибудь хотела бьюти-коробочку свою. Я тоже хочу вот так в коробочке там быть. Хочу в коробочке встречать народ. Ну что, поехали. Раз тут говорят всякие приколюхи. Первое, что открываю, зеркало. Зеркало то же самое, что и было, фиолетовенькое. Теперь у меня красное. Ну а что? Ну давайте я его открою, покажу вам. Вот такое зеркало. Опа. Я решила, вы же знаете, что скоро у меня будет 100 тысяч подписчиков, это уже совсем не за горами. Я чувствую, как вы просто мчите ко мне со скоростью света. И я для вас готовлю тоже бьюти-коробочки, но там собираю, мне присылают очень много всякой красоты, и, соответственно, я не успеваю всем этим пользоваться. Что-то покупаю, что-то откладываю для вас, для коробочки красоты. Поэтому вот такое зеркальце, я думаю, что я положу в одну из коробочек. Дальше. Что-то вот здесь такое. Мирра написано. Это тени двойки. Давайте посмотрим, что за цвет. Подойдет ли он мне? Ну, бывает вот так вот, не можешь открыть коробочку. И чувствуешь себя странненько. Ногти, что ли, длинные у меня. Я реально не могу открыть коробку. Как бы, я чувствую, что здесь как бы несложно. Прикиньте, я так и не смогу показать вам. Это машину еще так поставила, что моя соседка может... Нет, я там открываю. Девочки. О, не могу открыть! Ну, пожалуйста! Я бы не сломала, не хочу сломать. Да что это такое? Мне это не нравится. Мира! Мира! Какого хрена? Я либо сейчас ногти сломаю, либо... Нет, ну здесь вот, смотри, такая штучка. Понятно, что ее нужно чуть-чуть вот так вот поднять и открыть. Но она у меня не поднимается, не открывается. С другой стороны, там видно, ну, этот, стержень такой. Прикиньте, вот, я уже открыла ее, отломала. Не отломала, а вот подняла. Блин. Вот открой, я не открою ее вообще. А может быть, ее просто нужно нажать? Сто процентов. Кошмар. Ее просто нужно было нажать. Какие красивые цвета! Слушайте, мне нравится. Хочу попробовать. Один вот такой матово-сиреневый, другой вот такой коричневый. Очень красивые цвета. Но это я себе оставлю, потому что мне нравится. Я такими цветами пользуюсь. Мне нравится. Ну, коробочка вообще. Надо будет вот дать кому-нибудь из своих подруг. Вот как они будут открываться, интересно. Или это только я, блондин? Кристинке надо дать попробовать открыть. Дальше я вижу здесь два карандаша. Значит, Ева, мейкеры, четкая линия, непрерывистое нанесение, эффект татуажа. Ничего себе, что это значит эффект татуажа? Типа тату. Интересно. Вот что значит эффект подводка фломастер для бровей? Вот что значит эффект татуажа?
Типа другие не дают эффект татуажа, а этот дает эффект татуажа. Вот интересно, почему. Это я тоже оставлю в бьюти-коробочку. Диваж липла. Лип. Слушайте, он какой-то прозрачный. Я не понимаю. Вот прозрачный, смотрите. Вот такой прозрачный карандаш. Написано, что это для губ. Прозрачный контурный карандаш для губ. Так и что он контурный делает? Прозрачный. Не пойму. Он как воск. Ой. Я намазала им сначала воском, а потом пальцем, где у меня были тени. И я такая думаю, гля, он проявляется. Нет. Он не проявляется, просто карандаш как воск. Надо будет зайти в диваж и вообще понять, что к чему. А может быть, здесь написано? Дайте я погляжу. Почему он прозрачный? Как пользоваться? Прозрачный карандаш позволяет легко скорректировать форму губ и предотвращает растекание помады или блеска. Он может быть использован не только в качестве контура для губ, но также и в качестве праймера под помаду или блеск для губ, продлевая их стойкость и делая нанесение более равномерным. Как использовать? Интенсивно нанести его по контуру губ перед нанесением помады или блеска. Ничего себе! Я первый раз такое вижу, такой вот карандаш. Любопытненько. Так, что у нас дальше здесь? Дальше у нас кератин-шампунь. Ой, как меня эти шампуньки спасали просто в дороге. И, кстати, вот такая вот штука, вот шампунь, да? Бальзам не вижу. Вот такой шампунь, Керасис, по-моему, был в прошлый раз. Вообще мне на 3 раза даже хватило такой шампуньки и такого же бальзама. Даже еще вот я оставила, там 2 раза голову мыла и оставила. Вот такой вот шампунь будем пробовать. Пахнет обычным шампунем. Так, вот такой вот красивый лак. Ну, розовое я люблю. Как, вообще, он такой красивый, мне кажется, он матовый. Ну, у меня сейчас ногти, конечно, на роще, не знаю. Но он, наверное, матовый, да, я думаю. Кисточка широкая, так маленькая немного. Диваж лак для ногтей Just Matte. Да, просто матовый. Но это будет мне на лето, наверное. Или на зиму. Тоже, кстати, ярко. Зимой я тоже люблю иногда ярко выглядеть. Почему иногда я все время люблю ярко выглядеть? Что я такое говорю? Либридерм, блеск, уход для губ, гиалуроновый, 5 в одном. Вот в такой коробочке. Придает блеск, увлажняет, устраняет шелушение, питает, насыщает витамины Е и F, восстанавливает, защищает от неблагоприятных факторов. Ничего себе, представляете? Надо вот такую штуку, это я себе оставлю, потому что губки все время, они там сушатся туда-сюда. Сейчас мы посмотрим. Я люблю за губами ухаживать. То есть я не люблю за губами ухаживать, но я люблю, чтобы губы были в порядке, ухоженные. Поэтому за ними нужно ухаживать. Вот такая штучка у нас. Прикольно выглядит так. Стильная, на стиле. Открываем. И здесь у нас вот такая вот... Абсолютно без запаха. Такая помадка. Ну, это, наверное, как блеск, знаете, такой. Надо будет как-нибудь им накрасить. Вот просто вообще. Слушайте, ну классно, он такой. Липкий. Я не люблю, правда, липкий, но может он потом впитается как-то. Ну класс. И с какими-то частичками. Я вижу, что здесь переливаются какие-то частички. Вам, наверное, не видно. А вот, смотрите, видите, частички переливаются. Я думаю, что это будет блестеть. Уже 10 минут видео, блин, на меня на часах показывает. И я всю коробку открывала 5 минут, блин. Мира, запомню я. Так, а что это у нас? Свиса. Что-то вот такая коробочка. Выглядит очень так презентабельно коробочка. Степа не русски написано. И мы обращаемся к нашей бумажечке, которую сюда кладут все время. Что это такое? Дезодорант марки натуральной швейцарской косметики Свис. Logical, наверное. Logical или Logical, думаю, Logical. Содержит только безопасные компоненты. Гипоаллергенен, подходит для самой чувствительной кожи. Как использовать? Распределить дезодорант на чистую кожу подмышек. Знаете, сколько стоит? 1500. 1450 рублей. Один из плюсов этих бьюти-коробочек в том, что их общая реальная стоимость намного выше, чем стоимость самого бьюти-бокса.
Это очень выгодно. Вообще, я люблю эти коробочки. Это всегда радость, сюрприз. Ты всегда в курсе новинок, интересных штучек таких. Может быть, чего ты даже и не знала, что бывает. Поэтому, если вы еще не пробовали себе заказать бьюти-коробочки, то я рекомендую вам пройти по ссылке под видео и посмотреть, что у них есть. Порадуйте себя. Я вам рекомендую. Кстати, вот этот блеск от Libre Derm стоит 525 рублей. Ага, вот, это большой, вот такая большая шампунь стоит 250. Карандаш, который прозрачный, 149 рублей. Тени, которые я не могла открыть, 550 рублей. Ничего себе. Конечно, оставлю себе. Лак 200 рублей. И Ева карандаш, татуаж, который я положу кому-нибудь в бьюти-коробочку, стоит 255 рублей. Вот такие вот у нас классные. Все, коробочка пуста. Дезодорант я, наверное, задарю своей маме, потому что у меня мама пользуется. Я абсолютно не пользуюсь дезодорантами, никогда ими не пользовалась, потому что я вообще не потею. Не, ну как потею? Вот единственное, когда потею, бывает, конечно, когда жарко, но просто у моего пота нет запаха. Или они пахнут как духи, феромоны. В общем, никогда не пользовалась, не нужно мне было это. Единственное, что вот когда в солярий ходишь, после солярия появляется какой-то такой вот, знаете, неприятный запах, да. Но как бы в душ сходил, и все, его нету. Поэтому мне с этим очень повезло. Ставьте лайк, у кого так же, да. Вот, поэтому вот это я подарю, наверное, маме. Спрошу у нее, хочет она попробовать такое или нет. Запечатано в красоте. Спасибо, спасибо, New Beauty Box. Ссылочку я оставлю на них внизу. Всегда радуют ваши коробочки красоты. Всегда это такой сюрприз, такой заряд настроения. Вот, и классно, спасибо большое. Очень много полезных вещей. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Кому понравились, по ссылочке в этот раз в бьюти-коробочке, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока.